Юрій Юрійович Голик. Народився в Луганську 21 грудня 1977 року. У 20 років став директором медійної компанії. Керував Луганським відділенням українського медіахолдингу. Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Любить вчитися, багато читає. Трудоголік, твердий у своїх переконаннях, лідер. Любить котів, але зараз котів немає. Виховує сина Владислава. Вважає, що за Донецьк і Луганськ Україні треба боротися. Вітаю глядачів 9 каналу. Це наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні у нас пан, черговий пан. Його звати Юрій Юрійович Голік. Вам нравится, коли вас називають пан? Непривично. Непривично. Вас давно називають по імені-отчеству? С каких пор? По имени-отчеству, вы знаете, первый раз, когда я стал директором предприятия в Луганске медийного, и все начали называть там по имени-отчеству. Это вам сколько лет было? Это был 99-й год, то есть это мне было, я за неделю до того, как мне исполнилось 22 года, стал директором наглухо убыточной газеты в городе Луганске, которую мы потом сделали прибыльной. То есть 21 мне... год, да, вы стали Юрий Юрьевич? Ну да. Какая-то... А сейчас вам сейчас... сколько? Сейчас мне, знаете, как девушка, сколько вам лет? Скоро 8, пока 3. 39 будет 21 декабря. Ага, 39. То есть пока еще не... Пока 38. Не кругленько, да, 38. Нет. Попугаев и одно попугайское крылышко. Да. Нормально. Детство прошло в Луганске, и, да, в общем-то, до зрелости добрались практически тоже в Луганске. Или, да, зрелости еще нет? Вообще, вы себя чувствуете зрелым фруктом? Вы знаете, нет. Мне кажется, что, наверное, никогда не почувствуют. И мне всегда казалось, на каком возрасте наступит какая-то такая мудрость, зрелость, а она все никак не наступает. Все время хочется куда-то бежать и что-то делать. А мудрость – это, наверное, все-таки быть чуть спокойней, больше думать, сидеть и рассуждать. Ну, как мне кажется. А вы верите в гороскопы, там какие-то такие штуки? В гороскопы нет. Не верите, хорошо. Вы трудолюбивый? Да. Вы аккуратный? А что значит аккуратный? Хорошо. Вы рачительный? Сложно сказать, смотря кого это касается. Ну, рачительность – это не значит жадность. Нет, ну, рачительность, понимаете, если... Это взвешенное отношение. Если по отношению к семье, допустим, то сложно быть взвешенным, правильно? Если семье что-то нужно, то это нужно взять и сделать. А если по отношению, там, допустим, к бизнесу, которым я там управлял там долгое время, то, конечно, рачительный, потому что от степени рачительности в том числе зависит конечный результат. Поэтому с этой точки зрения, да, рачительный. Вы гостеприимный? Ну, смотрите, если брать вот людей, знаете, бывают экстраверты и интроверты, то не бывает же стопроцентных, да, бывает какая-то смесь. Ну вот мне, наверное, интроверта больше, поэтому я не могу сказать, что я гостеприимный, потому что я чаще хожу в гости, чем приходят ко мне. Угу. Вы твердый в своих убеждениях, да, человек? Вы редко унываете? Нет, но, вы знаете, бывает на окружающую действительность смотришь в нашей стране, и уныние, конечно, находит. Нет, но... ну невозможно же, понятно, все, да, время. Ну, главное не останавливаться, хихикать. И, знаете, шаг за шагом, и тогда можно пройти длинный-длинный путь. Вы доверчивы или нет? Нет. Вы верите в большей степени тому, что вы можете сами осязать, пощупать, увидеть, ну, такой агностический, что ли, взгляд на вещи? Не, ну, да? Я верю некому узкому кругу людей, которых я знаю очень долго, либо которым я доверяю. И доверие строится обычно на чем? На том, что человек, которому ты доверяешь, тебе никогда не обманывал. Угу. Если с каждым прожитым днем он тебя не обманывает, и все, что он говорит, действительно так и есть, то ты ему доверяешь. Вот в это я верю. Угу. А дальше я верю в то, что действительно можно увидеть, можно пощупать, либо мы точно понимаем, что это есть. В общем, это я прочитала те качества, которые присущи вам, вашему тотему, вернее, по зороастрийскому календарю. Мне нравится зороастрийский календарь, потому что там есть тотем, есть антитотем. Да? То есть человеку дается при рождении какой-то там, ну, набор, скажем, инструментов, которые он может либо там развить в себе, либо плохо ими попользоваться и развить в себе антитотемные качества. Ну, в общем, где-то вы бобер. Плюс-минус. Бобер. Вам нравятся бобры? Нет. Не нравятся бобры? Как это? Они же строят все время что-то, сами все делают, никому не доверяют. Если брать животных, то мне нравятся кошки. Ага. А собаки? Нет, собаки нет, собаками гулять надо, с собаками чуть сложнее. Ага, кроме понятно. Того, я всю жизнь прожил в квартирах, я там в доме никогда не жил, и мое мнение, что собака все-таки, она больше это как животное на улице, чем кошка, да, и поэтому она должна бегать где-то там по двору,
и иметь возможность заходить в дом. А вот кошка – это все-таки больше домашнее животное, которое ей спит, мурчит и трется об тебя, когда ты приходишь домой. Поэтому вот я как-то к кошкам больше привык. У меня всю жизнь были кошки, может быть, поэтому. А у вас сейчас есть кошка? Нет, сейчас нет, хотя я обещал жене, что после того, как родится ребенок, мы заведем их 3. Это ее повергало всегда в ужас, но потом она постепенно с этой мыслью смирилась. Это вы ее пугали или вы говорили, что взамен ребенка? Нет, она вот как раз… Ей ребенок, вам 3 кошки? Она как раз любит собак, а я люблю кошек. Вот, поэтому у нас был такой спор, что лучше. Я сказал, что вот ребенок родится и заведем 3 кошки. Вот. Звучит ну, такой, как угроза. Да, звучит как угроза, но когда этой угрозы бояться перестали, и угроза пропала. И кошек нет до сих пор? Да, ну кошек, конечно. А ребенок нет. Есть уже? Конечно. Сколько ребенок? 4 месяца. Мальчик? Да. Зовут? Владислав. А вас зовут Юрий Юрьевич? Да. Когда выбирали имя ребенку? Что важно было? Звучание, какие-то ассоциации, может быть, мнение никак… жены? Нет, не, смотрите, в силу того, что я Юрий Юрьевич, и у меня папа Юрий Юрьевич, и была история, когда выбирали имя мне, ну, как мне родители рассказывали, собрался родительский совет, там родители, мама, папа, и они там на листиках записывали имена и выбирали. Потом пришел папа, сказал так, ну, ходил долго, это все слушал, потом сказал так, а что вы выбираете, если вот уже свидетельство о рождении? И вроде как бы никто не был против, чтобы я был Юрий Юрьевичем, но… поразил сам факт того, что ни с кем не согласовали. Вот. И эту историю запомнил, и я понял, что если родится ребенок, то я как-то там буду все-таки согласовывать там с женой, и мы там… Ну, авторитарная позиция отца, он такой и есть? Ну, в силу того, что он не живет, они развелись с моей мамой, когда я пошел в первый класс, мне там сложно сказать, какой он сейчас, потому что он живет в другом городе, в другой стране, и я не мог сказать, авторитарный он или нет. Ну вот он принял решение и спокойно наблюдал, как все спорят. Наверное, это было просто его желание, он для себя решил, и он не хотел вступать в долгие дискуссии, просто он решение принял, его исполнил. Все. В принципе, все были не против, поэтому решение прошло. Вы в этом на него похожи? В процессе выбора имени ребенку нет. Вот когда вам чего-то очень хочется, вы все равно сделаете по-своему. Вы понимаете, я всю жизнь, вот там с 20 лет управлял там медийной компанией, да, там сперва маленькой, потом большой, потом мультирегиональной, потом национальной, и поскольку у нас там не было какого-то акционерного общества открытого там с 1000 акционеров, которые тебе каждый год рассказывали, что нужно делать, и главным критерием эффективности был результат, то можно было принимать любые решения, вплоть до самых диктаторских, если ты был уверен в том, что это принесет там конечную прибыль там акционерам, условно говоря. Да? Вот. Поэтому если с этой точки зрения, то да, наверное, я как руководитель авторитарный, потому что я так привык. Но когда мы поменяли бизнес на власть, ну так вот волею судеб случилось, то здесь уже немножко история другая. Здесь можно быть там до какой-то границы авторитарной, но, во-первых, у нас авторитаризм закончился с революцией достоинства в очередной раз, и мы все пришли к демократии. Демократия, она подразумевает не диалог, а не монолог. То есть все равно приходится разговаривать. Кроме того, если там, посмотреть на успешность любой страны либо другого, любого общества, то если власть в форме монолога разговаривает с обществом или там, с гражданами, с жителями, то ничего хорошего не получается. То есть в любом случае должен быть диалог. И вся вот история, которая в стране после революции происходит, вот все эти прозоры, айгавы, все эти реформы, да, это все вот благодаря этому диалогу из того, что общество диктует власти, что делать, а делает вместе с ней. Поэтому с этой точки зрения, наверное, нет, не авторитарно. Вы командный игрок? Да, обязательно. В чем это выражается? И почему так? Командность выражается в том, что в моей истории было несколько, ну, в моей истории, там, когда я чем-то руководил, было несколько случаев, когда меня пытались перекупить. И я всегда отказывался, потому что считал, что у меня есть обязательства перед людьми, с которыми я сотрудничаю. Это первое. Второе, у меня есть обязательства перед тем коллективом, который там верит мне и который я собрал, и он работает. Поэтому так будет неэтично поступить. Но это скорее корпоративная этика. Почему вам удобно работать в команде, и коль вы практически всегда руководили, вы всегда лидер, да? То вы, собственно говоря, и собираете эту команду, правильно? То есть делегировать полномочия, насколько я поняла, вам все равно непросто. Поскольку нет, наоборот, вы делегирование лидер. Полномочий – это ключевая функция любого лидера. Мы сейчас не говорим о любом лидере, мы говорим сейчас о Юрии Юрьевиче Голике. У меня же в любом случае, вот я когда руководил луганским филиалом ОМХ, в любом случае была головная компания, то есть на своем уровне. Я думала, сказать, головная боль была. Нет, ну отчасти любая головная компания – это головная боль всегда, потому что там в центре видится не так, как видится в регионе, иногда прилетают распоряжения.
напряжение, которое очень сложно натянуть на текущую жизнь. Да, такое бывает. Это нормальный процесс, это все это понимают. Но вот на своем уровне я был руководителем. На уровне компании я был одним из руководителей там в регионе. Да? И точно так же невозможно же быть руководителем, там, директором всей вселенной, например. Правда? Или там, директором автострады. Директором пляжа можно быть. Ну, вы знаете, есть такая хорошая книжка. Говорят, что все ее видели, даже были фотографии, никто найти не может. Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Вот. Вот, если кто-то нашел, дал почитать, я бы с удовольствием почитал, потому что многие на нее ссылаются там, в своих рассказах. А поэтому ну, все равно есть какая-то команда. То есть, если вы руководите там, региональным предприятием, есть какая-то команда из таких же директоров, как вы, которые там, руководят там, частью там, востоком страны, допустим. Далее там, востоком и югом у нас было там, разделение на дивизионы. Точно так же есть там, в рамках там, национальной компании, вы можете руководить каким-то направлением, другим кто-то. То есть, вы на своем месте руководитель, но в целом вы команда. А команда всегда проще, потому что чем сложнее задача, тем сложнее одному человеку справиться. И там качество хорошего руководителя как раз состоит в том, то есть вы не из тех людей, которые лучше сделают сами, нежели научат других? Нет, сам делать это можно до какого-то момента, либо то, что нравится, либо то, что действительно нужно. А основная же задача это видеть, ну знаете, есть такое понятие helicopter view, ну, то есть вот как с вертолета смотреть, да, видеть всю картинку. И вот задача руководителя эту картинку видеть и правильно делегировать и давать указания. Вас радует, когда все работает без вас? Ну, вообще, это конечная цель любого квалифицированного управленца. Понимать, что если ты проснулся, тебе не хочется идти на работу, либо у тебя настроение ничего не делает, то ты туда не идешь, но оно все работает. Ну, это же, говорят, счастье, когда тебе хочется идти на работу и возвращаться домой тоже когда хочется. Когда совпадает с хобби или когда получаешь удовольствие от работы, да, ну, знаете же, говорят, что вот хорошие компьютерщики, как говорят, что жизнь – это качественная компьютерная игра в режиме реального времени, без автосохранения и с качественно прорисованной графикой. Вот если так ко всему относиться, то тогда удовольствие получаешь. Ну вот, скажем так, в балансе работа, семья. Вы счастливый человек? Мы не будем сейчас брать ситуацию в стране. Я да, семья нет. Она вас редко видит? Ну, во-первых, мы живем в разных городах. Это первое. У меня семья живет в Киеве, плюс у меня жена рожала, а я живу в Днепре. А вы нет, видите, какая разница, да. И второе, я живу в Днепре, но работаю в Днепре, я только на выходные бываю в Киеве. Поэтому с этой точки зрения, наверное, семья несчастливая. Хотя, с другой стороны, знаете, разлука тоже укрепляет чувства, правильно? Как знать? Ну да, вот мне тоже что-то подсказывает, что, наверное, что-то в этом есть хорошее. Давайте вернемся в ваше детство. Вы родились в Луганске, учились в Луганске. Вы помните свою первую учительницу? Первую учительницу, да, я помню две первых учительницы. Тогда была система, когда до третьего класса учит один преподаватель. И у нас первая учительница была очень строгая, и я первые два класса не получал вообще никакого удовольствия от школы. То есть, мне это дико не нравилось. Кроме того, вот эта вот старая советская система, когда надо было покричать, когда надо было кого-то наказать, указкой постучать. Помню, такие указки были закрученные, как вот ручки, только большие. А в третьем классе у нас сменилась классная преподавательница, и была Елена Владимировна, по-моему, Будко. И мы первый раз в жизни, ну я первый раз в жизни, получал удовольствие от учебы. И это был единственный случай, я учился в достаточно сильной школе, она не была специализированной, но в ней были очень сильные отдельные преподаватели по физике, по математике, по английскому, по биологии, по химии. И это был вот единственный раз, когда я год закончил с 1/4 по русскому языку. Все остальные были 5. Вот никогда больше мне такого не удавалось. Я школу закончил там 50/50, 5, 4 без троек, понятно. Вот. И у меня там были достаточно там, сильные знания там, по ряду предметов. То есть, в общем-то, получается, что не система виновата, а отдельные люди, которые вот, размахивают витой указкой и громко вы кричат, знаете, да? Да, потому что вот у нас была такая история, у нас была преподавательница алгебры и геометрии, и она простудилась, и нам дали другую преподавательницу. Ее сын учился у нас в классе, а там была интересная семья, сын потом в МГУ поступил, там старший тоже куда-то уехал в Америку учиться. То есть, ну, реально такие вот мама математик, папа математик. То есть такая семья математиков. Династия. Да, династия. И она нам объясняла пропорции. Знаете, когда там произведение крайних равно произведению средних. Вот я на всю жизнь это запомнил. Хотя вот наша преподавательница, которая с нами там 5 лет занималась, она вот объясняла так, что мы не запоминали, кроме того, в какой-то такой форме, что было неинтересно, мы постоянно боялись. То есть ну, у нас была нормальная на уроке математики, это, знаете, такая большая доска, она раскладывается на несколько составляющих. Вот она забегала в класс и говорила, так, ты на первую доску, ты на вторую, ты на третью, быстро решай одно, второе, третье уравнение.
ну, это нагнетало обстановку, и она немножко некорректно относилась к тем, кто отставал. То есть она там людей, которые там, после 9 класса ушли учиться в ПТУ, да, она их называла вундер, или как-то так, от слова вундеркинд. Там, типа, ну, что вы вундеры решили? Ну, понятно, что если они... А вы не были вундером? Не, я вундером не был, я учился хорошо, но я... как бы понимал суть. Вот если я суть чего-то понимал, то я разбирался. Если мне это было неинтересно, то мне сложно было заставить. Вы математик больше, да? Больше технарь. Да, математик. А да. Что вы заканчивали потом? Потом я заканчивал Восточно-Украинский национальный университет имени Даля. Такое красивое название. На самом деле это бывший Машинститут. В Луганске их было Машинститут, Пединститут, Сельхозинститут, Мединститут. Имени это... Даля? Да, имени Даля. Того самого, который словарь да. придумал? Да, да, да. Того самого, который придумал словарь, музей которого есть в Луганске до сих пор. Вот. И я заканчивал специальность финансы и кредит, и у нас было там банковское дело. Это был первый выпуск именно по банковскому делу. К счастью, в банк я не попал и очень рад этому. То есть вы один из первых выпускников банковского дела? Ну, там две группы было, там было человек... Ну, 40, наверное, да. Ну, вот эти под 40 человек мы первые выпускники, которые выпустили. Причем преподаватели учили те, которые в банках сами не работали. И на самом деле они учили больше по книжкам. А самое ценное было, когда приходил кто-то из банков и рассказывал там какое-то практическое занятие. Вот просто что такое овернайт, что такое кредиты, как работают банки, где НБУ, там, какие есть там показатели ликвидности и так далее. Вот, вот это было интересно. А, ну, да, в целом получилось хорошо. Для вас вообще, вот, насколько я вот сейчас слышу и слушаю вас, процесс учебы важен. Вы до сих пор учитесь? Да, я периодически возобновляю занятия английским языком. Это носит такой характер периодически, потому что я могу заниматься только рано утром, ну, мне подходит там по моему графику. А оказалось, что я не один такой, и у преподавателя, с которым я там занимался 2 года, который мне очень сильно подтянул мои знания, у него есть там еще 2 человека, которые с ним каждое утро занимаются. 2 таких же жаворонка. Да, и он вот выбирает между нами, то есть он там может с утра прилететь смс-кой там в 5 утра, там, ты готов, там, готов, все, там, в 7 утра тогда в скайп и занимайся. Это случай, когда не вы выбираете преподавателя, а преподаватель выбирает учеников. Ну, вы знаете, учеников. Преподаватель хороший, потому что я когда пришел в радиогруппу МХ, вот там, которую Резниченко создавал, и я увидел, что он занимается с преподавателем английского, и он говорит, что давай я тебе тоже возьмем преподавателя, и вот, ну, если она уже там приходит со мной занимается, ну, приезжай на час раньше, будет с тобой заниматься. Вот, мы занимались, была хорошая преподавательница, но она нас доставала упражнениями, ну, всякие вот эти книжки, там, Cambridge English, все, и мы делали упражнения. Но в упражнениях, там, когда есть варианты ответа, на самом деле не сложно же выбрать, да, там, логически понять, какой правильный, и у нас всегда получались... При прокачанных мозгах, да. Да, и всегда получались правильные ответы, но при этом я не говорил, вот, и Валентин Михайлович шутил, что типа так он просто не хочет ни с кем разговаривать, поэтому не разговаривает. Ну вы же интроверт, вы же да. сами сказали. А потом у нас был преподаватель, который давно из Луганска переехал в Киев. У него была своя школа в Луганске, потом он в Киеве открыл, и он разработал собственную методику. Действительно сильная методика, потому что, ну, вот самое главное, что есть, он вообще не разговаривает по-русски. То есть он, в принципе, в жизни не разговаривает на русском языке, он старается только на английском со всеми говорить. У него тоже семья таких лингвистов, у него жена преподавательница английского, сын где-то учится за границей. Все. И он учит тебя тому, что если ты хочешь что-то у него спросить, ты можешь, конечно, на русском спросить, но ответят тебе на английском. И хочешь или не хочешь, он тебя заставляет выучить. А я вижу, вам легче о других людях рассказывать, нежели о себе. Вы так легко переходите на других. Людей. Ну, я, честно говоря, восхищен тем, что он сделал с нами за 2 года, потому что мы разговаривали не очень хорошо, мы заговорили. То есть сейчас не есть проблема там поговорить, и не есть проблема что-то почитать. И, ну, это достойно восхищения. Здорово. В общем, я поняла, что ваш английский сделал этот преподаватель. Есть в вашей жизни люди, о которых вы можете сказать, что вот они меня, ну, частично сделали? Да, конечно. Кто эти люди? Ну, в частности, Резниченко. Потому что мы с ним познакомились в городе Днепропетровске тогда еще. И когда было предприятие под названием «Газета Теленеделя», там ЗАО «Теленеделя Луганск» в городе Луганске, оно был такой старый-старый офис на 13 этаже 14-этажного жилого здания, в котором не работал лифт. Это была такая старая-старая квартира трехкомнатная, и там находился этот офис. И газета, которая до кризиса 98 года била все рекорды, там по тиражу, там по доходам от рекламы, потом она на кризисе обвалилась. Там был очень слабый руководитель, который этот кризис не перенес, там ушел в какой-то продолжительный запой. Потом прислали другого руководителя, вот, а с ним тоже была веселая история. А он пытался на гитаре играть возле автовокзала, собирать деньги в шапочку, потом приносить в офис и говорить, вот смотрите, кто в этой фирме работает, только я, вот я обеспечиваю доходы. Ну, до такого доходило. Тоже вариант. И потом, когда сменились местные партнеры,
который меня позвали туда, то вот мы познакомились с Резниченко. И, собственно, я у него проходил собеседование, и я не знаю, что он там увидел, когда мне было там 21 год, и я еще ничем не руководил, но, видимо, его чем-то убедил. Вот. Но я, правда, до этого прочитал хорошую книжку по менеджменту, называется «7 нот менеджмент». Она начиналась такой маленькой, а сейчас эта книжка уже 1000 страниц, она каждый год обновляется. Нот все больше и больше. Да, ну там практика. И оказалось, что эту же книжку читали в украинском медиахолдинге. Поэтому, когда мы начали говорить про постоянные переменные затраты, про процесс бюджетирования, понял, что о, это мой конек, я только что читал, я все знаю, я все рассказал. Ну, видимо, подумали, раз он знает, что такое бюджетирование в каком-то там Луганске, наверное, он нам подходит. Ну, скорее, я думаю, что из той истории, которую вы сейчас рассказали, он скорее вас не сделал, а скорее он вас раскусил, он в вас увидел нужные для сотрудничества с ним и для работы качества. Это на самом деле, не так мало, это много. Увидеть и использовать, это же круто. Ну да, во-вторых, дать возможность, а в-третьих, это же еще постоянный процесс обучения, потому что Резниченко тогда отвечал за регионы, то есть у него офис находился в Днепре, он руководил днепропетровским предприятием, здесь было несколько газет, он отвечал за все региональные выпуски. И на самом деле там это то, когда сумма это как состоит из множества, да, то есть вот это его заслуга в том, что он подобрал сильных руководителей в каждый регион, каждых обучал, и мы как-то едино куда-то двигались. Валентин Михайлович Резниченко сейчас глава областной государственной администрации. Эту должность принято у нас, давно принято ошибочно называть губернатором. Ну, пусть будет так, ладно, народу так нравится. А вы советник губернатора. То есть вы приехали сюда вместе. В Днепре, конечно, не сильны в исследованиях там, деятельности ОМХ. Допустим, я-то, конечно, там нашла, что вы были главой издательского дома, вы, наверное, там и сейчас наблюдаете, да, за этим издательским домом, но в силу другой ответственности, других задач, фактически не являетесь, да, главой этого издательского дома. А для большинства же вы темная лошадка, да, то есть откуда взялся Юрий Голик, непонятно очень многим до сих пор, ну, все привыкли, что есть Валентин Резниченко, губернатор, есть у него советник Юрий Голик, который, как правило, чаще всего и озвучивает основной массив деятельности областной администрации. То есть вы знакомы давно, с ваших 22 лет фактически. Ну, с 21 даже. И вы вместе. Да. Сотрудничаете. С какими-то перерывами, да. И дружите. Что в вашем понятии дружите? А что в вашем понятии дружите? Ну, смотрите, дружить это в моем понимании, когда, знаете, дружат семьями и все выходные семьи проводят вместе. Не обязательно. Нет, такого нет. А то, что дружим, если в таком в общей понятии. Вы же не гостеприимны, вы же сказали. Не, я же сказал, что я чаще хожу в гости, чем приходят ко мне. Вы не ходите в гости к Валентину Михайловичу? Нет, я в гости к Валентину Михайловичу не хожу, хотя периодически там бываю. Как интересно так сформулировано. Вы очень аккуратный, тактичный и очень взвешенный человек. Это жизнь научила или вы такой всегда были? Ага, то есть вы выбираете выражение. Ну, дружба же на самом деле это определенное доверие, да? Дружба же она может и... Вот говорят на самом деле, что нельзя дружить с тем, с кем работаешь. Мне кажется, в последнее время, что только с теми, с кем ты дружишь, по-настоящему ты можешь работать. Есть две точки зрения. Первая о том, что нельзя дружить с тем, с кем ведешь бизнес. С бизнес-партнерами, но можно иметь бизнес с тем, с кем дружишь. Угу. Да, там, в разных вариациях оно либо в ту, либо в ту сторону разворачивается, в зависимости от ситуации. Это все вопрос терминов на самом деле. Да. А второе, у меня был товарищ давно, он погиб, и он когда-то сказал хорошую фразу о том, что друг это тот, кому ты можешь позвонить 3 часа ночи и сказать: «Приедь, мне нужна помощь», а он просто молча оденется и приедет, поможет, а потом уже спросит, что произошло. Если с этой точки зрения, то да, дружим. Ну, так это же очень круто на самом деле. Ну, да. Это серьезная заявка. Ну, я надеюсь, что он скажет о вас то же самое, если он к нам придет. Да, мы с удовольствием с ним пообщаемся. Если бы вы выбирали какие-то суперумения. Знаете, есть такая вот фирма Marvel, да, и там много супергероев разных. Есть там Iron Man, есть там Супермен, есть Человек-паук, есть там еще какие-то разные, там Женщина-кошка и так далее. У каждого из них в приоритете какое-то умение, какая-то сверхспособность. Вот какую бы сверхспособность, если помечтать, вы бы себе хотели?
Ну, запоминать большие массивы информации. Вы и так это умеете. Нет, я... Знаете, что у вас говорят, когда вот смотрят эфиры с вами или консультируются, да, все говорят, боже, как он столько помнит цифр, данных и так далее. Я говорю, может, он просто уверенно произносит какие-то цифры? Такое же тоже может быть, правильно? Я точно знаю, что есть люди, которые запоминают больше и дольше, и на самом деле это очень хорошее умение, тем более, когда ты окунаешься в какую-то новую деятельность. Угу. Это первое. А второе, считается, что очень быстро читаю. Вот, но хотелось бы читать еще быстрее. Потому что на самом деле книг, которые хочется прочитать, их очень много, а времени на них не всегда хватает. Ну или там приоритеты я неправильно расставляю, возможно, поэтому времени не хватает. То есть суперумение быстро впитывать информацию. Да, зачем? Ну потому что ее становится все больше и больше, и она важная, она интересная, и границы там, и между странами, и между обществами стираются. И то, что раньше там, надо было выискивать где-то в библиотеках, можно просто открыть интернет и прочитать. Это нужно для работы или это нужно ну, для... Во-первых, это нужно для работы, во-вторых, это нужно для развития. Если мозг не развивать, то он будет просто стариться. Правильно? А развитие нужно для работы? Да, развитие нужно для работы. Ну и потом также веселее что-то постоянно новое узнавать и развиваться. Хорошо, а для удовольствия вы читаете? Да. Я стараюсь читать одну книгу, которую, как, ну, скажем так, по менеджменту или вот что-то такое, то, что нужное. Да, нужное. А вторую книгу какую-то для удовольствия. Ненужную. Ну, не то, что ненужную, а то, что, которую я хотел прочитать, и я точно понимаю, что я ее прочитаю быстро. Допустим, я вчера прочитал, я не читал ее лет 15, наверное, «Пикник на обочине» Стругацкого. То есть вот так, как я ее воспринял в институте, как я ее воспринял сейчас, вот совсем по-другому. Я точно понимаю, что там трудно быть богом, вот я купил себе их две, да, Стругацкого, то есть я вот следующие прочитаю. Там, сейчас прочитаю. Я как раз вчера прочитала информацию о том, что, не помню, какая кинокомпания, собирается делать сериал по «Пикнику на обочине». Вот сериал, не просто вот фильм, да, как там... Есть уже такие варианты и у нас, и на Западе, а это целый сериал. То есть это, видимо, будет раздроблено все очень жизненно. Если по книге, Родрика, то должно получиться очень красиво. Да? А почему Стругацкий? Это же антиутопия на самом деле. Вы знаете, деле. У меня процесс как проистекает. Есть несколько сайтов в интернете и там книжных магазинов. Вот я знаю, в Днепре возле гостиницы «Украина», торговый центр на минус первом, там, по-моему, буквы книжные. Угу. Есть несколько в Киеве магазинов, есть в Харькове хороший книжный, есть в Мукачево хороший книжный. В Полтаве, по-моему, я был тоже в хорошем, там, ну, там, где большой выбор. Ну, есть у нас книжные. Да, и я их, когда покупаю книжки, я там не особо выбираю возле полок. То есть бумажные покупаете? Да, обязательно. Любите бумажные? Конечно. Класс. Вот. Все, я с вами дружу. Я покупаю их огромное количество. Вот я к вам ехал, мне там позвонила служба доставки, DHL, мы вам там доставили еще там 6, 16 или 17 книг, которые я там на выходных купил. То есть для меня это какое-то хобби. Вот я их покупаю, они у меня потом дома на полочке стоят, и когда я решаю, какую почитать, я выхожу, вот там я уже выбираю. То есть я думаю, вот читаю аннотацию, нравится, не нравится. А почему не в гаджет, не скачать, не посмотреть? Ну, вот так Дубилет читает. Вот, и у нас с ним постоянный спор. Он читает так, я так читаю. А, он читает в гаджет. Да. То есть вы поделились, чтобы никому обидно не было в этом мире, На самом деле просто болят глаза, и в любом случае мы с каждым днем в компьютерах все больше и больше проводим, потому что мы всю информацию оттуда берем, да. И если еще и читать с компьютера, и с телефона, ну, это совсем уже тяжело. Вот, все слышали, это говорит советник губернатора Юрий Голик. Ну, это действительно так. А вторая книга наша имеет и свой запах, и свои тактильные ощущения. И душу свою, да. Да, и вы ее, когда в руку берете, вот, ну, в руки, да, вы по-другому ее ощущаете, все. И вот вы видите, сколько вы прочитали, вы видите там какое-то оглавление, вы можете там ее открыть, посмотреть, перечитать. Карандашиком пометочку. Ну, я не карандашками, а маркером делаю. Я купил себе разноцветные маркеры, и когда там читаю какую-то книжку там по менеджменту, я там подчеркиваю периодически. А в детстве читали много? Да, у меня мама моей мамы, она преподавательница русского языка и литературы. Плюс, помните, там при еще Советском Союзе все собирали макулатуру, сдавали, меняли на талончики. Подписные издания были. Там, Дюма, Жюль Верн, и я залито перечитывал там их огромное количество. Я не любил русскую классику, мне ее бабушка пересказывала всегда, я потом готовился к урокам литературы, то есть все думали, что я прочитал на самом деле, бабушка мне смысл изложила, я это все помнил. Вот. А вот все, там Жюль Верн, Дюма, вот это я все читал, 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 и у
у меня мамин папа тоже, он очень любит читать до сих пор. Вот, и, то есть раньше он мне книги поставлял, теперь я ему книги поставляю. Угу. А что в детстве вот любимое было? Ну, были у нас периоды у всех, наверное, да, кто читал. Были периоды Майн Рида, там Жюль Верна, Дюма, например. Не, ну, Марк Твена я всего перечитал, Жюль Верна всего перечитал. Вот про подводную лодку, вот Наутилус, да, вот. Ну, «Три мушкетера» это понятно, там всем нравилось читать. Я помню, что еще когда летом я читал «Незнайка на Луне», там такой прообраз капитализма, да, то есть вот как оно все устроено. Меня эта книга поразила тогда. Все, я думаю, что ну, как, я рано или поздно соберусь ее и перечитаю уже вот в сознательном возрасте и сравню ощущения с теми, которые были в детстве. Угу. Ну, вообще вот, вот из, скажем, из первых книг детства что-то помнится? Потому что потом в подростковом периоде понятно, там пошел запой. Там любимая сказка, например, была, которую... Там... Не, любимую сказку не помню. Помню, что у меня была такая маленькая квадратная книжка, мне бабушка с нее читала сказки, когда еще маленьким был, русские народные сказки, там самая обычная, она же такая была затертая, все. А первую книжку, ну, не знаю, наверное, Жюль Верна. Так, что вот врезалось в память, да? Да, вот то, что врезалось. Либо Дюма. Я просто помню, что Жюль Верн такие темно-синие книжки, а Дюма был такие ярко-зеленые. Вот это то, что я точно помню. Я помню, где они у бабушки на полке стояли, откуда можно было приходить брать и читать. В романтик? А что вы называете романтиком? Я знаю вашу манеру отвечать вопросом на вопрос. Не знаю, наверное, от настроения зависит. Работа не позволяет, наверное, да? Ну, вы же понимаете, что мы иногда в облгосадминистрации, к счастью, делаем те вещи, которые при там, прошлой власти можно было бы назвать романтизмом. Вот, но мы же их делаем. Наверное, по отношению с тем, как было, это романтизм. Что вы имеете в виду сейчас? Ну, смотрите, например... Бильярдный, ой, пардон, не бильярдный пока еще. Бильярдного нет. Теннисный, извините. Теннисный стол. Нет, теннисный стол, это... Ну, его тоже не было. Вот к нам нардеп приезжал, я не помню, кто там, мы играли в теннис. Он говорит, вот если бы еще года три назад мне кто-то сказал, что я в облгосадминистрации буду в теннис играть, я бы не поверил. В этом же на самом деле нет ничего, ну, вот, дерзкого, ну, вот, на мой взгляд. Ну, это же нормально, да? Мы смотрим старые фильмы, там «Самое обаятельное, привлекательное», помните? Они приходили в обеденный перерыв, играли... С советскими фильмами у меня не сложилось. У меня сложилось. Играли в теннис, да, вот нормально, там пообедали, и чтобы вот, скажем, интерес к офису или там к ней не пропал, да, то есть вот это было. Это нормально, людям это нравится. Вообще вот физическая активность после умственной, это же, по-моему, чудесно снимает напряжение. Да. Почему это вызывает, ну, такое восхищение? Это же очень простая вещь на самом деле. Я, честно говоря, не пойму, потому что мне кажется, что просто вот все, что связано с властью, там, облсадминистрация, горсовет, кабмин, администрация президента, вот сама архитектура здания вот навевает мысль о какой-то монументальности, закрытом клубе, куда приходят такие серьезные дяди в возрасте за 50 в костюмах с галстуками решают какие-то там глобальные задачи. Вот. На самом деле это все не так. Ну, такое-то сектантство вы сейчас описываете со строгими правилами. Я такими... до момента попадания во власть, я себе это так и представлял. Я вот когда со стороны даже в Луганске там, или в Киеве смотрел там, на облгосадминистрации либо на мэрии, мне это казалось какой-то закрытый клуб, куда так просто не попадешь, и я туда не стремился, если честно. А вот, наверное, и у всех людей такое же отношение. Поэтому, когда там такой орган, как облгосадминистрация, делает что-то человечное, вот мы сегодня там выставку Муравского открыли, да. То есть Муравский пришел, спустился на первый этаж, там толпа, он был удивлен. Он говорит, вы знаете, я в Киеве не могу провести выставку, там всем по барабану. В Житомире я провел, потому что у меня там друзья в мэрии работают. И вы мне сами позвонили, сказали, приезжайте, еще настаивали, давайте как можно скорее. То есть для него это удивительно, что там приехали телеканалы, да, там снимают, у него интервью берут, смотрят на фотографии, спрашивают. И это, да, не в какой-то арт-галерее, а да, там... это просто... Да. Вы же понимаете сейчас, что от вас будут хотеть еще, еще, еще. Теперь уже это, эти нововведения должны поражать воображение... И дальше, да, ну вот сделали вы книжные полки оригинальные, там поставили теннисный стол, я тут оговорилась о бильярдном, да, вы сделали, ну скажем так, удобные места работы для журналистов, да, то есть вы идете на какие-то популярные шаги, вы же согласны, что это популярные шаги, ну в этом нет ничего плохого, потому что popular это вот народный, да. То есть к вам туда совершенно спокойно могут, то есть таким образом вы намекаете, что к вам спокойно могут прийти журналисты, не потому что пресс-конференция, не потому что отчет, да, а потому что ну, вот он был рядом и он зашел поработать в гости. То есть вы намеренно стремитесь сделать секту бывшую, да? Не сектой. Да. А каким-то таким, ну, как сейчас говорят, антикафе, это антиода уже, наверное.
Нет, а у нас, знаете, есть большая мечта, если вот все здание облгосадминистрации вместе со зданием облсовета, ну, с облсоветом чуть сложнее будет, там депутаты, им куда-то на работу надо ходить, и там остальные административные здания, которые к облгосадминистрации относятся, если заменят таким одним сервером или серверной, который там будут скрипты, Дмитрий Дубилет напишет, его волонтеры, и оно все будет как-то само в электронном виде делаться, все, угу. И больше власти никто не будет. А все остальные видеть. Будут играть в теннис и читать книжки? Не, все остальные пойдут в другие места работать, там, где мы не работали до прихода во власть. Вот это будет идеальный вариант. А вы сейчас хотите вернуться туда, где вы работали до прихода во власть? Бы. Там, вот, там все понятно, вот там все прозрачно. Есть, прямо есть вот зуд такой вернуться нет, или нет? Зуда нет, но я просто когда со стороны смотрю на те процессы, которые там в том бизнесе, который я построил, проистекают, а как там принимаются решения, вот если мы сегодня решили, а завтра воплотили, то это, конечно, не имеет ничего общего с происходящим у нас во власти, когда там каждое решение готовится, потом оно долго проталкивается, потом еще нужно следить, чтобы никто его там не умножил на ноль, и чтобы оно дошло до логического конца. Это же конца. Потому, что там вы строили сами, и оно работает, и вы с удовольствием смотрите, как оно работает без нет, вас, там, правда? Там просто система такая, здесь другая система, которая вот с момента обретения Украины независимости, да, она постоянно усложнялась. Вот она усложнялась, она становилась сложнее, больше людей было, в каждом департаменте больше народу, больше отчетов, больше там распоряжений, то есть это все вот нагромождение, но рано или поздно этот узел можно же разрубить, кто-то же его разрубит. Ну, разрубит, да, ну, а потом же надо строить заново. У нас с этим проблемы, у нас же не любят рутины очень, нет, вы же знаете, мы, да? Мы же строим, мы, смотрите, ведь в построении же бизнес-процессов нет ничего сложного. А на самом деле, чем он проще и чем меньше звенья в любом бизнес-процессе, в любой схеме там рабочей, да, тем она правильнее, тем она гораздо устойчивее. У нас проблема в том, что любое прохождение документов, если нарисовать, имеет там 18 квадратиков. Вот мы когда... Единое окно по выдаче земли атошников выдавали. У нас в кабинете, сейчас уже зама Владимира Юрченко, он начальник юрдепартамента до этого был, была большая стена, которая состояла из листика А4, и мы на листике А4 нарисовали себе весь путь прохождения документов. Так вот так, когда заходили, мы так смотрели, потом поворачивались направо, а схема еще шла. Ну, вот как, что нужно сделать обычному человеку для того, чтобы получить то, что ему государство пообещало. Вот. И вот чем меньше этих звеньев будет, тем будет лучше. Потому что у нас, если взять под Днепропетровскую область, у нас есть такое понятие, как территориальный орган. Там какие-нибудь инспекции сельхознадзора, инспекции еще чего-то. Они назначаются Киевом, но почему-то согласовываются с облгосадминистрацией. А если облгосадминистрация не согласовывает, по большому счету Киев может назначить ИО, и человек в статусе ИО, не согласованный с облгосадминистрацией, может быть хоть 20 лет. Ой, мне уже страшно это все слушать. Вот. Ну так вот, вот такая папка этих территориальных органов, которые все что-то делают. Вот какой-то институт от Министерства экономического развития, какой-то орган стандартизации чего-то, какое-то державное предприятие. Они же все получают зарплату из бюджета. То есть это то, что ложится, вот мы налоги платим, и они потом распределяются там, на какое-то количество чиновников, получающих зарплаты, да, то, что касается фото. Так их огромное количество. Зачем они? Ну вот что будет, если там завтра там, какой-то институт стандартизации закроют? И что? Ну появятся две частных фирмы, 3, 5, 20, которые будут то же самое оказывать за те же самые деньги, только которым зарплату не надо платить, в их тарифе на эту стандартизацию будут заложены уже их постоянные зарплаты. Ну, для этого нужно, чтобы сотрудники этих структур, пока не фирм, поменялись, потому что очень многим как раз, у многих проблема именно с тем, что вот да. Работать на дядю удобнее, ну, дядя в данном случае государство, да, потому что можно, ну, не париться, да, грубо говоря, как обычно это бывает. Хорошо, человек, ну, скажем, вашей загрузки временной и физической, и мозговой, в общем-то, наверное, не можете себе позволить иметь какое-то увлечение вне работы? Или оно есть? Есть какое-то вот бюджетное хобби, недорогое, секретное? За счет средств государственного бюджета? Нет, я имею в виду, ну, знаете, там многие могут сказать, я люблю яхты, да, там, или я люблю там машины дорогие, или там еще что-нибудь. Нет, а есть что-то вот... Что по жизни сохраняется. Ну, кроме любви к книгам, ну, я смотрите, уже ее услышала. Можно же любое хобби сделать бюджетным, но в том смысле, в котором вы говорите. Вот я когда играл в футбол, и, ну, мне нравилось, вот мы как-то долгое время не играли, а потом, по-моему, когда уже было мне года 32 или 33, мы опять начали с друзьями собираться, причем мы все поняли, что с детства не играли. Вот у нас там в Луганске было 2 или 3 зала, оказалось, что пошла мода на футбол, их тяжело было там арендовать, нужно было там за полгода записываться, потом, если в это время, лучше проплатить на год вперед, и как-то вот мы начали играть, какие-то соревнования, и мы дошли до той стадии, когда мы поняли, что нам мало. У нас мы познакомились с ребятами, которые играли за Луганскую Зарю, у них была команда ветеранов.
ветеранов, так называемых, ну, та, которая там собиралась, поиграла, выпили пиво, сходили в баню, разошлись до следующего воскресенья. Оказалось, что на самом деле у нас в стране проводилось огромное количество чемпионатов для ветеранов. Но проблема в том, что никто их не спонсировал, никто им не платил деньги, никто не, там, не покупал там, автобус для того, чтобы их куда-то провести. А мы, когда начали в это вкладываться, и оказалось, что на самом деле небольшие деньги, это гораздо больше, чем арендовать зал, но это гораздо меньше, там, в миллиард раз меньше, чем содержать любую футбольную команду. Вот. И для меня, допустим, было очень важно, я же не профессиональный футболист, да, но когда мы играли там, с ветеранами Шахтера, там, где там, Ателькин тот же против тебя бегает, да, он уже там с пузиком, и, наверное, он уже запыханный, но он же бегает, он там 10 лет назад играл на Хайбере против Арсенала в Лондоне, а вот теперь он против тебя играет. Ну, это такое хобби было. Вот потом мы, когда повыигрывали там все, что только можно, там, до какого-то уровня определенного, и там, тем более война началась, все, мы этим бросили заниматься. А в Днепре вы не играете в футбол? Не с кем? Нет, в Днепре мы... Или некогда? Вы понимаете, мне проще заниматься вот там английским и спортом с утра, а с утра все не хотят играть в футбол. Если бы кто-то с утра играл в футбол, там в 6 утра или в 7, я бы с удовольствием бы играл. А в 8 вечера, уже когда голова загружена какими-то другими мыслями, мне очень тяжело переключиться. Кто хочет в 6 утра играть в футбол, пожалуйста, звоните на 9 канал, мы вам сейчас команду сколотим. Ну, надо да? Две команды. Ну, ничего, найдем. А, на самом деле, рано вставать. Насколько, что такое для вас рано? 5? Это рано? Нет, ну, я обычно 6-6.30 просыпаюсь. 6.30. А ложитесь? Ну, это как повезет. Извините за интимный вопрос. Ну, вообще, по-хорошему, нужно ложиться, ну, если вставать в 6 утра, то надо там ложиться не позже 11. Вот у меня обычно там получается к 12. Угу. Ну, то есть, так, чтобы 2-3 часа спать, такого у вас не бывает? Нет, ну, это невозможно. Возможности же организма не бесконечны, кроме того, его ж нужно... Глядя на вас, я в это не верю. Нет, ну, 2-3 часа спать невозможно, я не верю в это. В то, что есть человек, который может там несколько дней спать по 2-3 часа в сутки, оставаться при этом при памяти. Ну, чудес не бывает. Это правда. Семья, скажем, детская, да, ваша семья? У вас было какое-то прозвище детское? Как вас называли? В семье? Да. Юрочка, по-моему, называли, все. Ну, значит, по-моему, потом... вы что, не помните, как вас называли? Нет, вы сейчас вот сказали, я сейчас начинаю вспоминать, ну, надо маме позвонить и спросить, как она меня называла. А сейчас как называют? Юра просто. Угу. Ну, не Юрий Юрьевич, нет, правда? Не. А как маму зовут? Ирина Аркадьевна. Ирина, значит, мир. Мы будем все стремиться к миру, знаете? Хорошо, а в школе были прозвища? Нет, ну, в школе... Нет, ну, да, были, ну, смотрите, фамилия Жголик, она же очень хорошо с алкоголик рифмуется, правильно? Вот, сейчас хорошо с трудоголик рифмуется. А у меня в компании работала девушка, ее Алла звали, она говорит, представляете, если бы я вышла за вас замуж, я бы была алкоголик. Отлично. Вот, тоже рифмуется. Ну, то есть, вот, в школе же все обычно там, на рифмах построено, и все, либо там на сокращение от фамилии. Ну, то есть, Голик там 5 букв, куда ее уже сокращать? Там, ее можно только расширять, правильно? Расширять, можно двойную какую-нибудь. Ну, вот как-то так, да. Так если бы вдруг, вот мы как-то с Соней Сотник шутили, тоже в этой студии, вот, я вспомнила всякие дурацкие тесты, которые в соцсетях бывают, там, например, если бы ты была мужчиной, как бы тебя звали? Вот оказалось, что эти тесты выбрали для меня имя Борис. Угу. Я согласилась, да. Она сказала, что она хотела бы быть Лукой, например. Вот если бы вы родились девочкой, какое имя вам бы нравилось? Я не представляю себе этого. Ну вот вдруг. Не, если спросить, какое женское имя мне нравится, да, ну хорошо, я давайте так. Не люблю какие-то имена, которые вот, ну, скажем так, там современные. Либо там вот старорусский, когда там Прасковья, либо что-то такое. То есть по мне там есть обычные имена, к которым все привыкли, там Ира, Наташа, Таня, там то есть, вот, все, и их достаточно вполне. Вы в еде такой же неприхотливый, да? Да. То есть гречка, макароны, картошка? Картошка, ну картошка это вредно, говорят, а гречка, макароны, наверное, да. Но, кстати, гречка это считается одной из блюд, которые можно есть бесконечно долго каждый день. Многие так и считают. Но... Особенно глядя на цены, да, говорят, ничего себе. Это выборов давно не было. А, понятно. Выборы для вас, вот для вас, что такое выборы, кстати, раз уж вы упомянули. Выборы? Ну, вам сложно, потому что вы все-таки вот сейчас человек, ну, относительно госструктуры. Любые выборы – это необходимость врать.
У причем, нас? Да. Или вообще в мире? Я думаю, вообще в мире, просто степень вранья, она разная. Где-то избиратель более искушенный и может мыслить логически, а где-то, где вот, ну, демократия, как у нас на самом деле, она только сейчас появилась и зарождается, где-то мы там наступаем на какие-то грабли. Вот. И, к сожалению, выборы – это не более чем торговля обещаниями, которые, может быть, будут выполнены, а может быть, не будут выполнены. И, допустим, для меня вот выборы, когда были, был вариант, при котором там, я мог там, избираться там, в областной совет либо еще куда-то, да, я сказал, что я этого делать не буду, потому что я, во-первых, здесь не родился и не имею на это права. То есть я родился в Луганске, там последние там, 8 лет живу в Киеве, там по-хорошему мне нужно либо в Луганске, либо в Киеве избираться, но не в Днепре, в котором я там полгода живу. А второе, ну, нет смысла ходить, смотреть в глаза избирателям и врать. То есть в облгосадминистрации проще, у нас есть какая-то программа, которую мы для себя приняли, мы ее воплотили, написали, сказали, вот смотрите, мы сделали. Но при этом мы не обещаем каких-то вещей, там, что там, космодром здесь построим и там, прилетят к нам инопланетяне. А на выборах приходится этим заниматься. Кроме того, выборы – это попытка отдельно взятых людей прорваться во власть и потом решать какие-то свои там, узкоспецифические интересы. Это ничего общего с теми избирателями и с их вопросами, которые за них голосовали, не имеют. И, к сожалению, это еще в нашей стране будет продолжаться. Ну, без выборов же мы все равно никак. То есть мы отдаем себе отчет, что мы будем в большей или меньшей степени обмануты. У нас вот то ли президентская парламентская, то ли парламентская президентская республика, да, ну, только если вы возьмете там парламент, вот там сколько, 450 у нас депутатов, минус те округа, которые на оккупированных территориях оказались, там, допустим, 426, да, и вот посмотреть, сколько их собирается. Ну, вот вы же ходите на работу каждый день, правильно? И я хожу на работу каждый день, там, и президент ходит на работу каждый день, и там Резниченко ходит на работу каждый день, все ходят. А у нас депутаты не ходят на работу каждый день, хотя у них есть пленарная сессия, на которой они обязательно должны присутствовать. Это их работа. Прийти в зал, получить стопку документов, все изучить, тем более у каждого есть там по 18 миллионов помощников, и нажать кнопку «согласен», «не согласен». Когда людей избирают депутатами, они что-то обещают, они даже не доходят до своего рабочего места, но это уже профанация, в чистом виде. Вот, поэтому у меня к выборам такое очень субъективное отношение. Поэтому вы не пошли в депутаты, потому что вы представили себе все эти пачки бумаг, которые придется перекладывать. Мы сейчас изучаем, но просто мне кажется, что ну, вот это, так как происходит, так неправильно. Ваш родной город Луганск, вы скучаете? Вообще, какое сейчас отношение к малой родине? Да? Вы знаете, скучаю, потому что я ментально к нему привязан, я там большую часть жизни прожил, плюс там, мне там понятен ритм этого города, да, там есть там какие-то места, которые мне нравятся, там, которые я с детства понимаю, плюс там куча друзей, которые там, ну, большая часть выехала, к счастью. А второе, злость, то, что так все случилось, и все достаточно инфантильно себя повели, и просто наблюдали там, за там, теми же россиянами, там, за провокаторами, которые все эти демонстрации устраивали, как бы смотрели, да, там оно как-то там само по себе разберется. Вот. И, к сожалению, очень сложно было объяснить, потому что вот, когда это все происходило, я жил в Киеве, на выходные там, прилетал в Луганск. Я видел, что люди рассказывают там, истории про то, что там, к нам придет правый сектор. Вот. Но вот я был в Киеве, я там, был на Майдане, да, я видел, как это все происходит. Я жил тогда в центре, то есть это все на моих глазах происходило. Но какой правый сектор в Луганске? Там, какие машины с правым сектором? Там, никто ничего происходило не будет. То есть часть людей этого не понимала. А сейчас, конечно, когда уже до всех это дошло, сейчас уже, наверное, многие рады бы, чтобы Украина вернулась. Вот, но как это сделать, уже никто не понимает. Кроме того, к сожалению, в Луганске произошло что? То есть те, кто могли уехать, у кого были деньги либо мозги, они же уехали, на другом месте давно устроились. То есть остались те, кому ехать некуда. И вот эти те, кому ехать некуда, либо у них нет спроса на их там, ну, умственные способности, да, они сейчас там руководители. И вот это беда, потому что там есть, ну, деградация того руководящего состава, который произошел. Ну, все же видео в Фейсбуке видели с мешком картошки, который по зданию ОГА носили и не знали, в какой кабинет занести. Ну, это больно все на самом деле. То есть мне, вот я сейчас вас слушаю, я пытаюсь посмотреть на ситуацию вашими глазами. То есть это же ваш дом. А теперь представьте, что вот границу закрыли, там стала украинская армия, все оттуда вышли, там кто не успел, сбежал. Вернулся украинский флаг над зданием облгосадминистрации в Луганске, столица Луганской области, Северодонецкая, приехала в Луганск. А вы знаете, не все вернутся. Ну, даже из тех, кто вот уехал из-за войны, либо после нее, не все вернутся. И, к сожалению, тот потенциал, который в Луганске был,
А он, ну, я не знаю сколько, минус 10 лет, минус 15. Вы вернулись бы? Нет, я не думаю, что я вернулся бы. Вот. А если бы сказали, что надо там поехать работать, либо что-то делать, я бы вернулся. Если с точки зрения тех людей, там, которые со мной там работали в Луганске, сказали бы, давайте открывать опять предприятие, когда вернулась Украина, наверное, я бы открыл и там сделал бы это вместе с ними. Но то, что Луганск в своем развитии откатился там на десятилетия, это точно. Больно на самом деле. Да, это больно, потому что непонятно, ну вот как это дальше будет происходить. Вы сторонник какой идеи? Бороться за Луганск и Донецк или дать им свободу? Назовем это так. Смотрите, свобода у них есть сейчас. Вот все, что хотят, все, что не хотели, свободу, прямые связи с Россией, там паспорта ЛНР, ДНР, все, кто хотели, все их получили. Вот у нас есть там улица Оборонная, там две, Советская Оборонная, перпендикулярно друг, две центральных улицы. Вот раньше по Оборонной ходил трамвай, ну их много ходило, а сейчас не ходят. Там говорят, там рельсы уже там разбирать начали на металлолом какую-то часть, да, то есть это же уже запущение, то есть вот она ваша там цена свободы, которую вы хотели, только свобода от кого? От самих себя, от здравого смысла. То есть я сторонник, что если это украинская территория, то в любом случае нужно убеждать и объяснять, что все равно все будет Украина, все, то есть вот так будет. Я все равно искренне верю в то, что Россия оттуда уйдет, и все равно Луганск и Донецк в Украину вернутся. Но не скоро. Ну, не от нас зависит, тут сложно что-то прогнозировать, тем более, мне кажется, что на том уровне, на котором мы понимаем, и на том уровне, на котором понимают там в Киеве, в Москве или там в Вашингтоне еще, да, то это же совершенно разные уровни. Как оно будет, ну, никто не понимает. Мы не понимали, что Россия может напасть, мы не понимали, что украинские солдаты в российских будут стрелять, и наоборот, да. А это же происходит, то есть для нас это же был же нонсенс, ну как война между Украиной и Россией, да вы что, а вот она же есть по факту, поэтому никто не понимает, что будет. Вы мечтаете о том, чтобы Луганск и Донецк снова были Украиной? Да. Ну, я считаю, это Украина, это не Россия. Более того, это абсолютно разные, ну, по ментальности, ну, люди. Там вот от Луганска до границы там, километров 90, там, ну, если по прямой, там меньше, там, еще там 50. Но это все равно это разные государства, разные подходы, разное мироощущение. То есть все равно это Украина. Это не утопия? Нет, это не утопия. Все будет мир, все будет Украина? Ну, в конечном итоге, да. Вопрос, какой ценой и, к сожалению, какое количество людей со сломанной судьбой, какое количество людей, которые вообще жизнь потеряли, и какое количество там семей, которые разрушились, да, вот там кто-то там погиб, или какое количество людей. Вот у меня только, я там знаю, но огромное количество людей, которые погибли во время этой войны, тех, с кем я дружил. Все, их же уже назад не вернешь, все. А вот это та цена, которую за это заплатим. Вы хотели бы, чтобы ваш сын, когда он чуть-чуть подрастет и, ну, будет там, скажем, адекватно воспринимать, да, окружающий мир, чтобы он увидел вашу родину? Я думаю, да. Пусть так и будет. Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Юрій Юрійович Голік, просто Юра, мабуть, хоча він і радник губернатора, але сьогодні він розкрився як людина, який болить, але яка знаходить в цьому житті багато приводів для того, щоб посміхатися і дивитися вперед, і працювати. Я бачу, що ви не примушуєте себе це робити, але робите все для того, щоб наш світ рухався вперед. Дякую вам за це. І дякую нашим глядачам. Це був проєкт «Пані та панове». Побачимось.